Продолжаем выпуск. Открытость и прозрачность, доведение сути и значимости реформ до широкой общественности. Это тема круглого стола, организованного Комитетом Сената Али-Маджлиса по вопросам науки, образования и здравоохранения. В дискуссиях приняли участие члены комитета, представители министерств и ведомств. Сенаторами отмечалось открытость, прозрачность и целенаправленное доведение до общественности сути и значимости реформ через традиционные СМИ и социальные сети сегодня является очень актуальной задачей. Основными принципами деятельности при ее решении должны быть беспристрастность, системность, регулярность и последовательность, научное и практическое обоснование, взаимодоверие, уважение, учет интересов и невмешательство во внутренние дела других, свобода и независимость масс-медиа. Однако мониторинг материалов в ряде соцсетей, изученных комитетом, показывает. Встречаются случаи предвзятости и поверхностного анализа, ошибочных оценок ситуаций, преувеличения мелких недостатков, создания паники, а также ложные, фейковые публикации и сообщения для привлечения общественного внимания. Во многом, по мнению участников, это связано с тем, что министерства, ведомства, госорганы и должностные лица не уделяют достаточного внимания своевременному и подробному информированию населения о своей деятельности, не доводят информацию на языке и в форме понятной широкой общественности. Подчеркивалось, вызывает беспокойство и то, что некоторые министерства, госорганизации не реагируют на справедливую критику в свой адрес и на вопросы, касающиеся их компетенции. Это касается не всех министерств. Например, сфера образования наладила достаточно эффективную связь с гражданами. На повестке дня стоит вопрос открытия общеобразовательных школ в республике. И сегодня этот вопрос тоже обсуждался с журналистами. Хотелось бы отметить, что Министерство народного образования, начиная с июля месяца, выбрало траекторию, согласно которой планировалось и на сегодняшний день это воплощается, максимально в жизни воплотить мнение всех родителей. Считаем, что мероприятия такого рода всегда будут служить позитивом, и мы, как и министерство, всегда сможет оценить свою деятельность и исходя из мнений общественности. Сенаторы, журналисты и блогеры высказали свои мнения и взгляды, озвучили предложения по эффективной организации обмена информацией между госорганами и населением, а также свое видение способов доведения до широкой общественности сути и значимости реформ открыто, достоверно и оперативно.